Специалисты управления Россельхознадзора по Республике Дагестан ежегодно проводят мониторинг теплиц с целью установления карантинного фитосанитарного состояния защищенного грунта. В случае выявления происходит локализация, ликвидация карантинных организмов. Сегодня мы находимся на территории Волгограда. Мирные проводим обследование растений на выявление карантинных родителей, болезней. И обследование проводим как визуальное обследование каждого растения, так и методом применения ловушек. Специфические условия закрытого грунта благоприятны не только для роста и развития растений, но и для массового развития и размножения ряда опасных вредителей и болезней растений. В результате бесконтрольных внутрироссийских перевозок возрастает риск проникновения на территорию Дагестана новых видов карантинных организмов, таких как западный цветочный трипс, табачная белокрылка, томатная минирующая моль, вирус коричневой морщинистости плодов томата, вирус пятнистого увядания томата и другие болезни, переносчиками которых являются карантинные вредители закрытого грунта. У нас на гектар трудится 7 человек. И ежедневно проводим мониторинг теплицы на выявление всякого рода там, вредителей или там моли, или что-то такое, то есть, чтобы эти вредители у нас не появилось. Да. Держим под контролем, обработки делаем биологическим путем. Бациллус турингенсис, в основном этим, которым пользуемся, так как против нее минирующая моль не может резистентно заработать. Поэтому самый идеальный вариант. Как отмечают специалисты управления, в текущем году планируется обследовать свыше 200 гектаров теплиц по всей республике, в том числе с применением более 3,5 тысяч ловушек.